Всем привет, сегодня будем смотреть постройки моего подписчика Кат. Киску 58. Он сделал настоящий RTX. Привет. Сейчас посмотрим, что это за RTX. Ночь надо включать? Да, включи ночь, чтобы было лучше. Так, куда теперь заходить? Иди просто по зеленой стрелке. Бета-версия. Ууу, красивая вот эта крутилка. И как включать RTX? Ну, он уже включен. Я уже через настройки включил. А ты сделал подсветку разную? Ну да. И вот так получается, да? Вон вода блестит. Ну это если со днем играть. Если включить ночь, то более красиво. А тут все еще светится, а вот тут тоже прикольно. А вот там что? Это пещера. Вот я попал. Тоже типа свет, да, падает? Ага. Ну, хорошо. Это сундук. У него типа свет падает сверху. Круто. Там есть какая-то, ну, дырка, через которую свет падает, да. Тут остров, портал, вулкан, мост, который обрушился, ну и дерево с подсветкой красивой. Там меха-мир, я его еще буду дорабатывать, потому что это бета-версия. Пока что это только в разработке. Ну и все, в принципе. А, вон тут город, это что? Он пока еще не доделанный? Это меха-вор, ну, меха-мир, то есть типа хакерский и так далее. Он еще не доделан. Я планирую все вот это черное такими вот красивыми, типа, плазмой покрыть. Оно не до конца достроено. Давай дальше посмотрим. Кажется, есть еще проходы. Давай. Вон там наверху какая-то есть платформа. Это что? Это настройки. Пошли туда? Это платформа. Там просто включается RTX. А сейчас что включено? Тут переключатель дня и ночи. То есть RTX для дня и RTX для ночи. Сейчас ты включил для ночи. А вот сейчас для дня. И есть у меня еще карта Among Us. А где сама карта? Вот сюда вот надо. Так, да, рассказывай, показывай. Ну, входи сюда от первого лица. Локов недоступно. Тут правило, то есть... Нет конфет, нет чего-то... Ну, чего-то. Нельзя читы, нельзя строить, нельзя гличи использовать, нельзя оружие. Давай туда пойдем. Ну, да. О. Это сама карта. У меня еще центральный стол, я тут не достроил, а так вот. Красиво. Давай пройдёмся по всей карте. Ну, давай. Это медпункт. Реактор нижний. А как с мини-чивом. А камера. А вот там он тут как? Реактор. Ну да. Тут если много игроков, то можно. А это что? Это мини-отсылка на Сега. А где здесь же турелька, что должна быть? А, турель дальше. Вот. Тут пункт управления. Вот она. Вот она. А, так сделано. Даже метеорит есть. Стоп, машина! Ну все, пошлите. Все, расходимся, ищем. Если что, играем от первого лица. Пустер, блин. Кыш, блин. На 5 миллисекунд. Я что-то Кримсона нигде не вижу и Сондера. Я еле от Сундра оторвался. Это точно не импостер? Кто? Ты. Я? Да. Ай, бежишь. Стоять! Так вот оно в чем дело. Я думал, почему я хожу уже час, никого не могу найти. На этом наше видео заканчивается. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Games. Всем пока.